Исполнительница Азиза думала, куда деть роскошное платьице после того, как отменила свадьбу. Исполнительница Азиза и предприниматель Давид Григорян собирались пожениться. Так вот, платье, которое было шито на заказ по такому случаю, теперь будет красоваться на другой. Платье отправлено в Америку, его купила бизнес-леди. А Ника Керимова, продавец из модного дома, сообщила, что на платье с кристаллами Сваровски стоимостью 11 миллионов наконец нашлась покупательница. «Моя клиентка уже на протяжении нескольких лет живет за границей, заказала платье для своей дочери, которая выходит замуж. Я предложила ей различные варианты. Больше всех ей приглянулась платьица, которое мы шили для Азизы», — поведала Аника Керимова. Подчеркнул, что Азиза отменила свадьбу из-за измены Григоряна. Вместе с тем Керимова заметила, что на данный момент сердце исполнительницы не свободно, ведь такая женщина, как Азиза, никогда не будет в одиночестве.